Находил объявления в интернете, предлагал работу и под различными предлогами просил перечислить денежные средства. Меньше месяца понадобилось сотрудникам уголовного розыска, чтобы установить подозреваемого в телефонных мошенничествах, на уловку которого попадались жители республики. Чтобы задержать злоумышленника, оперативникам пришлось отправиться на юг столицы. Подробности расскажет Иван Волков, мой коллега из пресс-службы МВД. Последний эпизод стал ключевым в раскрытии серии преступных действий, доставленного в Чувашию подозреваемого в интернет-мошенничестве. Злоумышленник позвонил по объявлению жителя Чебоксар, занимавшегося отделкой помещений, и представился сотрудником ГИБДД. Он предложил чебоксарцу сделать ремонт в здании госавтоинспекции, а заодно попросил перечислить ему на сотовый телефон 5000 рублей, купить коньяк, конфеты для коллег и привести все это на личную встречу. Житель Чебоксар вовремя сообразил, что общается с мошенником, и рассказал о случившемся полицейским. Телефонный разговор с аферистом был продолжен, но уже в присутствии оперативников. Алло, да, здравствуйте еще раз. Я все вот возле терминала сейчас. Банкомат или терминал? Ну, банкомат, да, банкомат. Значит, да, наконец-то платежи перевод, мобильная связь, Билайн. Платежи перевод, так. Нашли? Билайн. Давай, нашел. И что за номер? Будьте внимательны. Хорошо. Вы мне, получается, как встретим, сразу придадите денежные средства, правильно? Да, да, честно, у тебя обязательно, Роман, обязательно честно. Все, хорошо, обязательно. Честно, рука будет, трубочку не ложите, честно, рука будет. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение житель Краснодарского края. Чувашские полицейские выехали в служебную командировку на юг страны, где предполагаемый преступник был задержан и доставлен в Чувашию. А почему именно Чебоксары? Да вот не знаю, по странному стечению обстоятельств дурному. Знал бы, никогда бы не позвонил. В отношении 61-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории России.